Жители не понимают, где будет строиться, они сам проект не видели. Ага. Исходя из этого, там распространяется большое количество слухов о том, что будет вырубаться яблоневый сад. Ну, да. Но там, как сказать, призывы чуть не выйти там на площадь Белого дома, поэтому у нас есть предложение либо урегулировать это, так сказать, выйти, как в принципе уже у нас сложился прецедент, жителям показать о том, что не затрагиваются интересы ни жителей, ни яблоневого сада. Вот, и снять эти вопросы. В ином случае люди не понимают. Они считают, что по-любому яблоневый сад будет вырубаться, там целый. Не, ну как сказать, мы, если мы четко принимаем решение у границы, по границам. Этажность определена. Владимир Ильич, просим все-таки после 10-го это сделать нормальным образом с жителями, согласуем. Ну давайте, давайте после 10-го. Мы не возражаем против проекта, мы можете считать, что мы фактически его поддерживаем, но для того, чтобы, так сказать, будет неправильно, если мы сейчас примем решение, а слушания пройдут после нашего решения, но это, ну, просто некорректно по отношению к жителям будет. Поэтому просто нужно людям объяснить, что вот, прям, может быть, даже колышки, знаете, забить ленту, не тянуть, показать границы участка, границы здания, либо, чтобы люди видели, что никуда дальше, так сказать, за... Ну, наверное, так сделал, надо показать, конечно. Предложение, может, мы не раз не делали, так, может, с выходом... Вы с выходом места надо вести, организовываем все место. Да, а вы просто там подготовьте, так, чтобы уже вычистите, вырубите все, покажите, как, так сказать, что вы планируете, чтобы у жителей было четкое понимание. Чтобы у жителей не было. А потом сейчас принимать решение в целом, проект понятно, поддержать можно, но принимать решение без проведения, ну, уже слушания назначено, будет просто некорректно.